Сейчас продолжение истории об оштрафованном ветеринарном враче в Кустанае за отсутствие маски во время обеда. Региональная палата предпринимателей нашла нарушение в действиях полицейских. Айжан Удеева расскажет о нюансах резонансного дела. Вы здесь работаете, да? Где защитная маска, видите, вся. Это внезапная проверка полицейскими ветеринарного кабинета Максима Подерина обернулась для него многотысячным штрафом. Стражи порядка возмутило отсутствие маски у владельца клиники. Все попытки ветврача объяснить, что они с сотрудниками обедали, а в кабинете не было посторонних, успехом не увенчались. Как итог, штраф 639 тысяч тенге за несоблюдение масочного режима для субъекта МСБ. Максим Подерин обратился в палату предпринимателей Кустанайской области, где выяснили, проверка и, как следствие, штраф были незаконны. Нами установлено, что проверка проводилась без регистрации в органах правовой статистики и специальных учетов. Кроме того, проверка проводилась единолично сотрудниками полиции. В их функции не входит проверка соблюдения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Палата предпринимателей направила в управление полиции письмо о признании проверки ветеринарной клиники недействительной. Кроме того, в ходе производства по делу выявлены процессуальные нарушения. Владельцу ветклиники вменяется нарушение постановления главного санврача области, а это статья 462 административного кодекса. Тогда как само дело было возбуждено и рассмотрено по другой статье административного кодекса – нарушение требований законодательства в области санэпидблагополучия. Владелец ветклиники Максим Подерин свою вину не признает и считает, что наказывать за обед без маски – это нонсенс. Можете ли вы представить, что преступление, мое преступление, соразмерно 600 тысячам? Вот я этого представить не могу. Я считаю, что это несправедливо, и как раз это можно назвать маразмом. Это будет некоторый удар, некоторый откат назад. 600 тысяч я, наверное, не потяну. Максим Подерин намерен судиться с санврачами. Интересы владельца ветклиники в суде будет представлять Палата предпринимателей Кустанайской области. Айжан Утиева, Алексей Краснов, телеканал «Атамикен Бизнес».